Ребята, всем привет! Сегодня у меня на обзоре воблер от компании Kasadaka. Это Gravy 2XS50F. Видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина fmagazin.ru. Наверняка многие из вас узнали в этих формах легендарный Smit D-Contact. Данный воблер является плавающим, всплывает со средней скоростью. Длина его составляет 50 мм, вес 2,5 грамма и рабочий диапазон от 0,4 до 1,2 метров, что по ощущениям является не совсем правдой. Я бы сказал, что комфортный диапазон где-то в районе 0,3-0,4 метров. Использую я его на равномерной проводке в основном для ловли белого хищника. Он обладает очень выразительной и размашистой игрой. Также можно применять и твич. Он тогда хаотично мечется из стороны в сторону, словно малек. Запрокидывает брюшко свое практически полностью. Есть у него и остаточные колебания, правда не продолжительные, но заметные. Воблер является среднешумящим. К сожалению, из-за того, что он не оснащен системой дальнего заброса и весит всего лишь, я напомню, 2,5 грамма, он не очень хорошо летит, поэтому применяю его исключительно в локальных точках. Тихенько, аккуратно сплавляюсь на лодке к определенному месту и выполняю уже забросы по конкретным точкам. И сплавляюсь дальше. Кстати, оснащается воблер довольно-таки качественными и зацепистыми тройниками. Это характерно для всей серии моделей 2020 года, в отличие от предыдущих моделей. Поэтому всем советую данный воблерок. Кто хочет узнать о нем более подробную информацию, проходите по ссылке в описании. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока!